Всем привет, привет. Ну что, вот она моя покупочка. Вот она вот такой вот. Мониторчик LG 4K. Наконец-то я приобрел замену своему старому. А Asus вот он стоит, он немножко моргает. Все видели, да, что у меня на стримах происходит какая-то ерунда. И... Всем привет, ребята. Подсобирал немножечко денег. Не до конца, конечно, я еще набрал. Но... Всем привет. С авансом я уже... приобрел, скажем так, эту модель, чтобы не ждать, потому что цены еще повышаются. Это 31 дюйм удовольствия 4К LG с 1 миллисекунды отклика. Всем привет! Всем привет! Что еще? 160 Гц монитор LG. Сейчас я его открою и распакую. Так, так, тихо. Ложиться на него не надо. Ирас, штаны наверх. Штаны наверх уже не надо. О, какой приятный. Саша, подожди, не открывай. Тихо. Нельзя опираться, Вась, сверху. Там монитор, нельзя наложиться сверху. Блин, мы его, наверное, всю сторону открыли, или стой. Он, наверное, вниз этой. Как он называется? Подождите. Будет крип прикольно, если мы на него на. Он лежит сейчас вниз этой экрана, да? Ну да, конечно. Вниз экрана. Ну это обычный пенопласт. Я положил его, между прочим, вниз экрана, представляете? Вот это я дал. Папа, можно там воду в наш дом? Вот он. Моя прелесть. Моя прелесть. Вау. Саша, забирай. Забирай. Вот это будет твоим. Давай. Главное, теперь его ничего не уронить. Достань ножку. А где ножку? Дети утащили, главное, этот пенопласт. Сейчас будет мой домик. Сейчас мама упадет в обморок, короче. После того, как увидит, что они его поломали. Так, сейчас. Ой, видите, какая штука держится на доске. Я до конца не доделал еще ремонт. Варя. Что ты там еще пытаешься? Там надо еще вот это. Не надо? Все. Надо. Коробку пока не трогайте. Нельзя это трогать. Мне. Они сейчас сломают это, если. Мне надо вот это. Нам надо еще. Варя, это для гарантии нужно. О. NVIDIA. NVIDIA Complete JSON. Самое крутое. Я не могу без JSON, поэтому... JSync его называют. Я JSON говорю, JSync. Да. Что? Выключить вас или оставить? Пока я не распакую. Вторая распаковка ножки. Да. Все получают удовольствие от того, что я сейчас делаю? Или только я? Так, сейчас, секунду. Сопротивляется. Ножка, ножечка. А как бы так? А, склеилась. Чуть-чуть поднабрали. Почти, ну, не почти, а половину суммы. Половину еще придется.
мне поднабрать. Ну или вам мне помочь поднабрать. Как пойдет. Так, что у нас тут? Как всегда. Оп. Чем мне всегда нравилось, это вот такие, не булочки какие-то, а вот отвертка иногда. Вот такая штучка, чик-чик. Да, динамиков у этого монитора нет, это минус, конечно. У меня этот монитор с динамиками, а у этого монитора нет динамиков. Ну, в принципе, они не особо нужны, потому что есть портативные колонки всякие и все такое. Видите, как у меня провода? И вот здесь вот проблема еще, хотел всегда рассказать. У меня кот мерзкий, он сгрыз мне весь провод. Весь провод сгрыз мне. Весь провод мне изгрыз этот мерзкий кот. Ага. А теперь самое. Барабанный доктор. Вот он является на свет. 31 дюйм удовольствия. Да. Это вам не... Держитесь. Прикиньте, насколько он больше, чем вот этот. Да, видно. А как его собрать? Так, его надо здесь раскручивать. Раскручивать, потом вешать, потом закручивать. Так. Где верточка? Скажут сейчас нудный, не мог разобрать и сразу вырезать. Я даже ничего не буду разбирать. Сейчас выкручивают болтики при вас. DisplayPort. HDMI 2 штуки. Как это называется, хреновина. Ну вот это вот, короче, под J-Sync. И... И еще как и USB-шные два порта, зачем-то непонятно. О, какие звуки, да? Чувствуете? Прелесть откручивания. Asus, короче, верой и правдой прослужил, конечно, мне. Зачем ты мне этого кота снимаешь? Asus верой и правдой послужил в свое время, но... К сожалению, сколько он? 5 у меня? 5-6 лет, и он уже вот все. Жрет скотч кот, слышите? Эти коты, они всегда что-то жрут. И поэтому не очень люблю. Так. Эй, сюда посмотрите, пожалуйста, оператор. Зачем мне кот? Алло. И вот сюда вот смотрите. Что плюс? Чик. Оп! Видели? Не понял. Может быть, не надо было это откручивать? Я зря открутил, может быть. Прикиньте, это не надо было откручивать, я разобрал новый монитор. А-а-а-а! Да нет, на самом деле это крепеж на стену был. И сейчас обратно закрутим. Это для стен, для крепежа на стену, а я его выкрутил, а он не нужен. Не нужно было его, можно не выкручивать это, не будет мешаться. Ну ладно, назад прикрутим, что-то я тормознул, я думал, что как у Asus сзади зацепляется эта штука. Ну, блин, они там ломают мой этот пенопласт. Это знаете, что-то как называется? Называется, надо инструкцию читать. Я инструкцию никогда не читаю. Инструкция это для глупых. Таких как я. Я сразу взял и... А оказывается, сейчас будет круто, если все-таки болты надо было выкручивать. Вот это для... Да, это для... Все верно. Тяжелый. Тяжелый. Он не уронит руки. Он весит килограмм. Много, наверное. Да. Ну, в общем, вот такая вот моделька. Самое главное, что знаете, что я вам не показал. Куда делся? Здесь.
Между прочим, линейка Asus. Asus линейка, видите? Подарочек. Сейчас вы обалдеете. Сейчас, смотрите. Самое интересное. Сердце-то хорошо. А самое интересное. Большой монитор, большая видеокарта. И, сука, большой. Вот Китай, смотрите. Смотрите этот ящик просто. Видите это, да? Так, ну, в принципе, все. Сейчас я буду разбираться со своей системой, подключу и уже непосредственно постараюсь запустить стрим сегодня в 4К. С вами был Медведяка. Спасибо всем, кто поучаствовал, кто поучаствует в данном девайсе в помощи его покупки, чтобы смотреть стрим в 4К. Увидимся. Пока-пока.